Найлучшая его позиция 48-я в нынешнем же сезоне. Он в июле месяца был в топ-50. А на турнирах серии Мастерс у него 10 побед, 10 поражений. 5 матчей выиграл и 3 проиграл. В прошлом году не играл. А это его второй наилучший его результат. Выход в третий круг. Встречаются впервые на турнирах ATP Джокович и Кукуш.